Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Фир, и мы оказались на каком-то секретном подземном объекте, где хозяйствует охрана Армахен, клонов пока не видно. Продолжаем искать Харлана Уэйда. Мы всю игру кого-то ищем, то мы искали Феттеля, то теперь семейство Уэйдов, отца и дочь. Так, хорошо, ладно. Ух ты! Это же... Сделайте что-нибудь! Форматирование не окончено! Мне нужно время! Скотина, а? Что ж тебя не дают убить меня? Да, стекло бронированное. Блин, а? Куда я попал? Он здесь. Еще? Готов. Еще кто? Готов. Еще есть? Тут, по-моему, кто-то шевелился. Вроде нет, тихо, спокойно. Так, тихо, спокойно. Да кто там был-то? Да уж, довольно жестоко поступили с Альмой. Я ее не виню за то, что она их крошит просто по-черному. Они это все заслужили. Охренеть, как тебе. Ну ладно. Пока что довольно логично все. Нигде не плутаю, не путаюсь. Куда иду, куда не пойду, всегда попадаю туда, куда нужно. И это хорошо. Так. Что это, где это мы? Блин, я сгладил, по-моему, да? А нет, вот, что-то есть. Ага. Толстый уже успел свалить. Форматирование, говоришь, не закончено? Ну да ладно. Нортон, ты действительно веришь, что уничтожение файлов и документов поможет тебе? Женевьева уже вырыла себе могилу. Не будь дураком, не прыгай туда вслед за ней. Понятно. Origin, исток. Понятно, где мы находимся. Так... Привет. Нормально. На. На. Получил. Какой же я снайпер. Это отнюдь не по-снайперски было сделано. Ну, вроде тихо. Тут у нас патрончики, но у нас их и так полно.
Откуда-то оттуда я пришел, по-моему, да, и тут я с ним воевал, понятно. Ладно, ладно. Где? А, вот ты. Блин, ненавижу эти турели. Но придется, видимо. А, вот, может, обойти можно. Похоже, можно обойти эту турель. И это прекрасно. Ненавижу их. Ненавижу с ними воевать. Так, а куда я пришел? Ладно. Это что за камикадзе там такие? Так, что здесь? А! Блин, я должен взять эту штуку. Придется пожертвовать жизнью. Блин, что она не видит? Такое напылило-то, блин. Я думаю, я просто сбегаю, наверное, сюда. Все. Блин, а там броня. Ладно уж, разберемся с тобой. Больно уж я хорошую штуку тут увидел. Так, что на тебя можно поменять? Дробовик. Давайте дробовик поменяем. Пригодится такая штука. Лишний явно не будет. Блин, опять они, а? Заколебали. Пойдет для сельской местности. Сохранимся. Так. Ага. Снайперски. Ладно. А, здесь они, видимо, и взорвали все. Пробираемся дальше, пробираемся. Вполне неплохо получается. Серьезного сопротивления, надо сказать, не встречаем. Блин, где? Да ты смотри, а. Да елки-палки. У нас потери. Готов. Так, где ты бегаешь? А вот так? Нормально? Так, ну все, нет, вы мне уже, честно говоря, надоели, просто я не знаю. Пустячок еще этот мешает вечно. Так, что у вас здесь есть хорошего? Хорошо, отоварил. Ну ладно. Сюда. Все, нет? Полчища противников в последнее время что-то нас просто выкидывает. Просто полчища. Но, с другой стороны, и дают кучу хорошего оружия. Что неплохо.
аптечка. Лестница вниз. Тут ничего, ничего. Еще двоих. Просто шутемап какой-то. Будьте начеку. Он здесь. Лови. У нас потери. Ну ладно, скрылся. Блин, а? Ну что, ждем еще гостей. Куда-то двое скрылись в неизвестном направлении. Да, блин. Надо сказать, мне это напоминает фильм «Чужой третий». Там похожим образом загоняли чужого в половину. Как бы меня куда-нибудь не заманивали таким образом, отрезая лишние пути. Я выяснил, что такое синхронизация. Когда Феттелу было лет 10, он внезапно вышел из-под контроля. Проще говоря, взбесился и даже убил нескольких сотрудников. Десятилетний пацан. В общем, они выяснили, что между Феттелом и Альмой, лежавшей в коме, была телепатическая связь. Она-то и вызвала приступ безумия. После этого проект свернули. Понятно. Ну и мы, как заправский чужой, лезем в вентиляцию. И смотрим. Блин. Надо рейлган взять. Что-то мне не нравится то, что он сюда покинул так это место в спешке. Как бы не оказалось, тут все заминировано. Нормально. Куда-то вообще в дебри подземные спустились. Замочек сносим к хренам. Идем дальше. Затишье. Видимо, что-то сейчас будет. Не люблю такие моменты затишье. Надо было проверить. Там я вижу какой-то выход. Возможно, мне туда. Понятно. Давайте сначала туда сходим. Посмотрим, так сказать. Ознакомимся. А, ну здесь тупик. Ничего тут нет. Нашим легче. А вот это что такое лежит? Здесь лежит моя прелесть. Но как ее взять? Другой вопрос. Надо сказать, непростой. Он этого явно не ждал. Не, пока что с обычными врагами Railgun себя показывает с наилучшей стороны. Мне больше всего нравится. А, с тяжело вооруженными отбойник. Отбойник, конечно, рвет вообще всех. Так что... Так, это, по-моему, та самая дверь. Или нет? Да, я тут проходил уже. Идем, смотрим дальше. Что-то по совсем уж интересным местам я лазю. Тут ничего.
ничего. Где-то здесь лежит. Блин, а этот был? Или нет? По-моему, я тут был. Или я с другой стороны был, понятно. Пролезем между трубами. Ладненько. Что там? Нет, там ничего. Лезем. Аккуратненько. Блин, большая высота. Надо поосторожнее. Так, я не взял тут усилитель. Видимо, уже не возьму. Ну да, не будем заморачиваться из-за таких мелочей. Да, все, прошли на следующий уровень. Так, и что мы тут имеем? Еще вниз. Все глубже и глубже. Опа-па. Ха-ха, получил. Блин, а вообще-то это я должен был сделать. Ну ладно, ты получил пулю в пузо. Это хорошо. И на этой позитивной ноте, я думаю, мы завершим эту серию. С вами был Артур. Всего хорошего. Конец близок. Пока-пока-пока.